Доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного университета, профессор семинарии Кубанской, Екатеринбургской, Екатеринбургской, Андрей Александрович выступит с докладом «Как не уклониться от выбранной педагогической цели и цивилизационного выбора». Пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, я искренне благодарен Владыке Елисею, отцу Константину и руководству управления образованием, что меня снова пригласили спустя 2 года. Вот эти 2 года, они очень серьезно изменили наше общество, нашу школу, наш мир. Херсонес стал ближе, Киев стал дальше. Если мы посмотрим на управление нашим отечеством, оно тоже стало другим. Министр обороны Шойгу – это не министр обороны Сердюков. Министр культуры Мединский – это не министр культуры Мединский, это не министр культуры Швыдкой. Увы, министр Ливанов. Пока нельзя сказать то, что можно сказать о Шойгу и Мединском. Вот показательной ситуацией в образовании была встреча 2-недельной давности Владимира Владимировича Путина в Пензе с представителями Народного фронта и с людьми, занимающимися образованием. Диалог был чрезвычайно интересен, в первую очередь тем, что по-крупному перед президентом впервые поставлен вопрос о цели и ценности образования. Это было выпечено, так выпукло сказано, Владимир Владимирович, до каких пор наше образование будет жить вне нормально сформулированных целей и ценностей. И второй принципиальный вопрос, который 4 раза Путину представители разных и школьных, и вузовского сообщества говорили: Владимир Владимирович, до каких пор мы будем называть образование услугой? Образование не может быть услугой, оно должно быть служением. Возвращаясь к целям, мы прекрасно помним, что любой педагог советской эпохи, хоть среди ночи, хоть среди бела дня, хоть вузовский преподаватель, хоть детсадовский воспитатель, на вопрос, какова цель советского образования, отвечал мгновенно: цель советского образования – это формирование всесторонне развитой гармоничной личности. У меня есть претензии к этой цели, очень серьезные. Преподаватели научного коммунизма донимал вопросом, сколько сторон у всесторонне развитой личности. Сколько должно быть этих всех сторон, чтобы они были действительно все. Вот я вспоминаю, эту цель отбросили как архаичную. Цели, которая ведет нас в нашем цивилизационном православном выборе, не вернулись. А мы помним, что цель христианского образования, цель православного образования состоит в восстановлении поврежденной природы человека по образу и подобию Христа. И я вспоминаю один большой руководитель нашего Отечества. На Селигере его спросили как-то журналисты: каким вы видите идеал современного молодого человека? И он говорит: идеал молодого современного человека – это конкурентоспособный, успешный лидер. Я сижу и думаю, то есть идея конкуренции предполагает, что все лидерами-то не станут. Идея конкуренции предполагает селекцию. И тогда министр Фурсенко ответил на вторую часть моего вопроса: а что будет с теми, которые селекцию не пройдут? Он им сказал: цель российского образования – подготовка квалифицированного потребителя. Ну, те, кто не станет конкурентоспособными лидерами, а значит, они будут квалифицированными потребителями. И вот тут я вспоминаю 2 важных персонажей нашей православной истории, православного мировоззрения. Один – это цитата из блаженного Феофилакта Болгарского, который писал, что грех – это уклонение от цели жизни человека.
Второй, я вспоминаю Александра Григорьевича Ободовского, который был автором первого в России учебника педагогики 1833 года «Руководство по педагогике». И он так в этом учебнике совершенно спокойно употребляет понятие «педагогический грех». Знаете, вот я сразу так взял Ободовского и Феофилакта Болгарского, думаю, значит, если грех – это уклонение от целей жизни, то педагогический грех – это уклонение от педагогических целей. И тогда возникает совершенно понятно, что этих уклонений может быть несколько вариантов. Вот цель, да, представьте себе, что мы такие педагоги, которые там, такую метафору, мы артиллеристы, которые целятся в некую там мишень педагогическую, да, по каким причинам мы можем промазать? Первая причина, а вообще не целимся. Вот не целимся. Знаете, вот то, что называется в теории систем бездоминантность, бесцельность. Я почему об этом говорю? Потому что я когда, помню, первый раз в жизни читал на курсах повышения квалификации лекции в 25 лет, и речь шла, это в советской эпохе, закат советской эпохи, учителей спрашивал, как вас или ваши работы, они все говорили, воспитать настоящего человека, патриота нашего Отечества, всесторонне развитую гармоничную личность, то на этот вопрос сегодня учителя спрашивают, как вас или ваши работы, и говорят, научить бегло читать, каллиграфично писать и решать столбик с переходом через десяток. Ну разве это цель? Это и есть утрата цели. Я понимаю, что слава Богу, что в документах государственных не записали подготовка квалифицированного потребителя. Слава Богу, этого нет. В документах это есть только в риторике бывшего министра образования. Второй вариант, когда можно не попасть в мишень, это не туда целимся. Вот есть провозглашенные высокие цели, говорим одно, а целимся в ЕГЭ. Понимаете? То есть вместо, первый вариант – это нет цели, а второй вариант – это такая квази-цель, псевдо-цель. Причем самое интересное, что мерят у нас по этой цели. То есть мерилка-то. То есть нам говорят, воспитывайте патриотов, оно проверять будем эффективность. Воспитывайте всесторонне развитых людей, но будем воспитывать уровень компетентности. Ребята, договоримся, давайте, да? Что такое качество образования? Что такое вообще результат? Цель – это предполагаемый результат образования. Ну давайте, для того, чтобы мерить качество образования, надо договориться. А какова эта цель? Каков этот предполагаемый результат? А то мы целим одно, а меряем другое. Третий вариант, когда можно не попасть в цель, это когда глаза в разбежку. Это когда не туда, то и туда, и туда, и туда, и бедный этот классный руководитель, у него 58 циркуляров перед носом, и один говорит, надо воспитывать толерантность, а другой надо воспитывать общероссийский патриотизм. Я помню эту дискуссию между Путиным и Медведевым, когда они в прямом эфире вдруг начали дискутировать в декабре 2010 года, как избавиться от проблем национального воспитания. Один начинает говорить, что надо воспитывать общероссийский патриотизм и возвращаться к вопросам интернационализма, а другой нет. Надо воспитывать межэтническую и межконфессиональную толерантность. А бедный завуч по воспитательной работе сидит перед телевизором, у него же крыша едет в дом стоит. Четвертый вариант, когда можно не попасть в мишень, то есть совершить педагогический грех, это когда либо намеренно, либо ненамеренно целимся в противоположную сторону, в антицель. Вот я вспоминаю Тимура Этеча, мне недавно как-то осенью прошлого года присылает письмо, которое он получил от одного из знакомых доцентов Киевской академии управления при президенте Украины, в котором она пишет ему, что, дескать, Тимур Айтечевич, вы мне больше не пишите, мы теперь учимся, мы учимся сами и учим своих детей вас ненавидеть.
Знаете, я вот с отцом Федором, мы сейчас разговаривали в перерыве, в своей статье последнем журнале «Покров» привожу учебники по украинскому национализму, знаменитая книга Павла Штепы «Украинец и Москвин», где они, то есть одна из самых популярнейших сейчас книг, настольных книг украинской интеллигенции, где в таком совершенно в полнейшей ненависти к... Ну, а все эти анекдоты про москалей мы все хорошо знаем. То есть вот оно, это же не просто так. Вот это вот намеренное воспитание антицели. А есть еще ненамеренное воспитание, ненамеренный промах, ненамеренный педагогический грех – антицели, да, он заключается, тут два варианта, я сейчас их приведу и на этом буду заканчивать. Первый вариант — это вместо воспитания добродетелей мы занимаемся профилактикой пороков. Антинарко, антитеррор, антиспид у нас на первом месте, а не что-то другое. Мы же прекрасно понимаем, я уже для этой аудитории 2 года назад цитировал знаменитую эту фразу о том, что грех имеет тактико-техническое свойство, он приятен и легок в усвоении. Чем больше мы будем говорить о гадостях, тем гадостей будет больше. И последнее. Как мы иногда ненамеренно, казалось бы, да, уходим от педагогической цели. Когда мы учились в школе, в советской школе, нас родители... очень хотели, чтобы мы кем-то хорошими в жизни стали. Там, учеными, космонавтами, там, врачами, учителями. А сегодня на родительских собраниях, и нам говорят, что я хочу, чтобы был. А сейчас на родительском собрании родители друг обсуждают. Ой, как сделать так, чтобы ребенок не был наркоманом, не был алкоголиком, она не стала проституткой, не ушла там в иные инфернальные... То есть не был. То есть вместо педагогики бытия царит педагогика небытия. То есть и мы озабочены, чтобы они не стали, и профилактируем гадости, а радость, а гадости радуются и ликуют. Вот я хочу, все же заканчивая свое выступление, напоминанием того, что если мы будем так внутренне, крепко, добротно держать перед собой вот эту главную цель христианского воспитания, о том, что мы, в отличие от советской цели всесторонне развитой гармоничной личности, которая была очень абстрактна, мы эту личность хорошо знаем. Это Христос. И цель христианского воспитания, цель христианского образования, слово-то образ, понятно, откуда взято, и есть восстановление нашей поврежденной грехом человеческой природы по образу Христову. И тогда мы не будем ни уклоняться в псевдоцели, ни уклоняться намеренно или ненамеренно в антицели. И тогда мы не станем педагогическими официантами, которые предоставляют педагогические услуги, потому что и школа не станет в один ряд с химчисткой и парикмахерской, если мы не позволим себе внутренне согласиться с тем, что мы эти самые представители сферы педагогических образовательных услуг. А нам смогут сказать, что учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени, только в том случае, если мы будем нести вот это главное, высокое и важное предназначение – нести образ Христов.